прекрасной бабуля была. Гнала самогонку, печенье пекла. А внучка ж не дура кернуть да пожрать. Повадилась бабку свою обирать. Бывало, неделями в доме гостит, покуда не хватит ее стоматит. Ну вот, закружилась в игре городской, на старую бабку махнула рукой, а рядом с бабулей волчара хромал, известный в лесу бабуед-экстремал. Приходит к бабуле, мол, мне бы чайку. Бабуля сказать не успела ку-ку, как он закусал ее и раскромсал, и домик ее на себе отписал. Когда же в желудке запенилась муть, на ейной постели прилег отдохнуть. Тут красная шапочка в гости пришла, кивнула, похавала, рядом легла. Но волк не мужчина, животное он, и баба ему мировой закусон. Короче, сожрал и включил кинофильм. Вдруг в доме явился Давид Копперфильд. Он дунул, он плюнул в четыре угла, и бабка из волка наружу вползла. А следом и шапочка красная, тож, плюс белая мышь и ядреная вошь. Тут волка прогнали и сели пить квас. На этом к финалу подходит рассказ. В окошко большой птеродактиль влетел и глупых людей окончательно съел.